Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня представляем вашему вниманию обзор красной рафии. Представляет собой синтетическое волокно красного цвета. Для сохранения краса материал необходимо беречь от прямых солнечных лучей. Хотя синтетическое волокно рафии для декора – это достаточно долговечный материал, даже при использовании его во влажной среде или под открытыми лучами. Применение синтетической рафии таково. Декоративная упаковка для изделий ручной работы, сырье для творческих мастер-классов, флористики, разные виды техники плетения. Преимущество использования рафии синтетической таково. Доступная цена для нестандартного яркого оформления. Поперечного направления практически не рвется. Идеальный подделочный материал. Отлично склеивается с другими материалами, такими как клеем и лаком. Прочной умеренной жесткости волокна. Длинные листья рафии – ценное сырье для получения тонких лент и волокон с последующим применением их в сфере декора и рукоделия. Декораторы, кроме натуральной рафии, достаточно часто используют аналог нити рафии и синтетических волокон. Вот так выглядит данная рафия. Вот такие полосочки, легкие, воздушные, красивого, яркого, красного цвета. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!